КАЗАМАС готов лучше, чем некоторые другие наши города. И, безусловно, есть проблемные зоны. Да. Есть понимание, что там, где шлюз мы были, там формируется такое бутылочное горлышко, которое создает некоторые угрозы подтопления. Вот поэтому вопрос мы будем заниматься, будем смотреть, что с этим вопросом делать. Будем советоваться с экологами, будем советоваться с специалистами, гидрологами. И будем принимать уже взвешенные решения, как с этим вопросом расходиться, чтобы обеспечить безопасность жителей от затопления.